для техники. С февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов, что крайне важно, в 17,5 раз. Сеть учебно-методических центров «Авангард» стала основой. По поручению Верховного Главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более 2000 километров, создано 7000 километров минных полей. Улак Февральск протяженностью 339 километров. Соразмерно внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. Боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок. Планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса. Наши оборонщики быстрее, а в этом смысл сегодняшних конфликтов, быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. На боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены...